Моей группе была поставлена боевая задача воспрепятствовать переброске сил специальных операций противника через реку Днепр для захвата атомной электростанции. Группа выдвинулась в район поиска, используя все возможности ударного боевого вертолета К-52. Экипаж обнаружил надводную цель на удалении 15 километров. Работайте! Цель надводная, работаю. Цель уничтожена. Экипаж с дальности 8 километров опустил управляемую ракету «Вихрь», ведущий по носовой части, ведомый по кормовой части надводного объекта. Цель была поражена, тем самым не допустили захвата государственного стратегически важного объекта.